с орехом прям в этом. Надо тебе будет подняться наверх, наверное, деревяшку. Может быть, а может нет. Сел, да? Надо зацеп где-то сделать. Да, у меня, кстати, пульт лежал просто. Ветер подул, и он завел. Не, вот здесь что-то не то. Надо здесь по-другому сделать трассу. Ты хочешь его снять? Да. Ну, просто снимай, да, вытягивай. Там, может даже клипсы вытащить вместе с ним. Угу. Вытащи его, потом клипсу на место одень. Его просто вверх. Он не вытянет. Я не знаю, я залез, а куда? Сейчас вот это колесо, чтобы шло вот здесь, по деревяшке, а это пускай карабкается сюда, потому что нам... Тихо. Не бойся. Даже упадет, ничего не будет. Вот если Рубикон упадет, то это другое, там более тяжелее все. Здесь. А Юрка идет. Сейчас тоже будет участвовать у нас. Поднимаю. Следующий. Не, у нас только тренинг. Я вообще первый раз вижу. Я наконец-то набрался силы, собрал тут трассу хоть какую-то. Он даже звук издает, да? Да. Сейчас. Ты хочешь перескочить сюда? Сюда ты не перескочишь. Он уже сел, да? Ну он-то заберется, ну просто нужно. Зачем он по рогам? Это сантраки для него. Но мы сюда, мы сюда не постелим. Слишком большое расстояние. Джек. Давай, спускайся. Нормально, нормально. Поломается палочка. Сюда бы взял бы, и ты бы соскочил. Назад давай. Да, для такой трассы у меня колеса мягкие. Вытягивай. Он просто за колеса снимает. Хочешь попробовать ее?